Всем доброе утро. Лазаревская, суббота. За бортом плюс 4. Тепла. Льет. Ну, пока еще моросит дождик. В общем, такая вот у нас суббота не очень хорошая. Уже не моросит, уже льет. Выходить за борт автомобиля, так как дикого желания у меня почему-то нету. Я сам не знаю почему. Поэтому предлагаю вам слегка-слегка прокатиться, посмотреть, что у нас тут творится. А творится неимоверное. Гром, молния, все такое. Вчера целый день, и вот судя по всему, сегодня тоже далеко не солнечный денек будет. Вынужден пользоваться дворниками, иначе в противном случае мы с вами ничегошеньки не увидим. Про слегка нагнутый горизонт тоже знаю, если что. Уже, извините, тут закрепили, так уже ничего не сделать, наверное. В общем, не айс. Так что, уважаемые товарищи, кто планирует приезжать на отдых зимой, ну то есть зимовать в Лазаревском, имейте в виду, что такая погода тоже очень даже может быть. Более того, скажу вам так, что такая погода может длиться. Даже не такая, еще и хуже, когда будет лить недельку, а то две, а то и месяц. Такое тоже бывало в природе. То есть постоянно льет, прям, ну там может быть на несколько минут перестанет и опять понеслась. То есть для нас это нормально, это сезон дождей. Зима пришел. Так. Вроде бы едет прямо, потому что тут иногда бывает. Ты не поймешь, куда едет человек. Мы с вами катимся по улице Победы. Слегка склоненные в левую сторону. На море, наверное, я не пойду. Не вижу дикого смысла мочить телефон. А сейчас снимаю именно на телефон, так как камер дома осталось. На улицах людей крайне мало, ну либо по необходимости выходит. Сейчас никто, наверное, выходить не хочет. У меня еще есть несколько роликов, как и летних, так и свежих, относительно загруженных, поэтому я особо не суечусь. Вам будет что посмотреть, хотя на канале про природу все, наверное, уже лимит. Кончились все. Я бы с удовольствием куда-нибудь в горы сейчас мотанул бы так поснимать, но сами понимаете, не то. Вчера в Адлере, говорят, был, не говорят, я видел сам, в Адлере вчера был снежок, небольшой, но был, мокрый, но был. Нам насчет этого повезло. Как видите, затопа на улице Победы нет, обычно он, если и бывает, то именно в этом месте. Ну, а мы с вами поедем в обратном направлении, сейчас тут все машинки пропустим, согласно купленных билетов. Вот мимо аквапарков Березы отправляемся домой на Колораж. Над морем тучки. Мой дворник уже в слабом режиме не справляется. Если бы была нормальная погода, мы могли бы выйти на пляж «Морская звезда». Но опять же, это если. Такое впечатление, что дождик усиливается, товарищи.
криво, а ну. Зима. Справа медведя нет, елка на месте по-прежнему. Издалека да на него посмотрим. Улица Ковараш прям такая пустая. Я не скажу, что большой шторм, но шторм есть, это да, это факт. Пойти глянуть, что ли? Все, всем пока, я пойду гляну. Наверное, все-таки что-нибудь до канала Дзен, канала про природу Сочи, досниму. Коротенько, правда, сильно мокнуть не буду, а потом пойду выкладывать вам этот обзорчик. Всем пока.